Да, я угадаю, она красива и талантлива. Она божественно красива и также талантлива. Без этой исполнительницы, без ее песен не обходится ни один концерт в Израиле, ни одна вечеринка в модном клубе ни в нашей стране и ни за рубежом. На сцене Ашдода Лана Би, диджей Элли Вайс и балет «Азимут». С праздником. Я вам желаю счастья, здоровья, чтобы у нас и в нашей стране все было замечательно. Продолжаем.
счастье на небе, руки выше, выше. Слова простые, поем все вместе. Молодцы. Если ты захочешь быть со мною ночью, нужно только захотеть. Я тебе позволю быть со мною рядом. Спасибо!